Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Фома ТВ, и сегодня будет проверка жерлиц. Сейчас я нас записываю на диктофон, так как был сильный ветер, и все кадры пришлось обрезать. Намотали мы сегодня Жене по озеру около 15 километров, и наловили сороги. Наловили немного, но на жерлицы как раз хватило, и решили поставить. Простояли они у нас 5 часов, и мы решили их проверить. И вот что из этого вышло. Вторая жерлица, ой, третья. Это третья жерлица, блин, уже размотана. Третья, да. Вообще всю вынкала, и что-то есть. О, щупил! Блин, ребята, извините за мат. О! Хорошая. Кило 100 где-то. Посмотрите, икринная. Ребята, себе. Во, ребята, сегодня поставили на сорожку, сразу же смотрите, третья. На первый был. За 6 часов. Да, 6 часов просто. Ай, блин. Смотрите, ребята, хорошая щука-то. Вот такая щучка. Классно. На первой, короче, была размотка, но там ничего не было. И вот, смотрите, пожалуйста. Сорожка здесь. Щучка. А мы ее за этот, за рот, да, продевали? Да, рот, видишь. Ну, ребята, удачно, наконец. Никита говорил, типа, что-то будет, блин, я так... Сказал, я говорю 100%. Да. Я, блин, как-то, блин, не уверен был, конечно, потому что такое место, блин, еще незнакомое нам. Это должна вся размотка. Здесь будет. Нет, здесь нет, нету нет. Пока. А живца-то мы что не взяли? Фиг его знает. Ну сейчас бегай. Ну или давай. Блин, наконец-то мы щуку поймали. Хотят ловить. Блин, наконец-то мы что-то, ребят, поймали. Это вообще большие. Да, здесь ничего нет. Ой, ой, ой. Это что такое было? Нет, мне видно показалось. Фига себе, как будто удар был в нее. А что, может, толку не стоял? Не-не-не, это она такая сильная просто. Mm. Все, идем дальше. 4 минуты снимаем уже. 59. Так, тут нету пока. Сорожка живая. Живее всех. Как называется. Вот она сейчас намывает лунки, конечно. Грязи много даже выходит. Да, блин. Ее там колыбель. Сорожка. Все отлично. Не, ну-ка, покажи. Не, отлично. Не ударит. Нет. Меня. Слушай, перекинь. Все, перекинь. Здесь нету ничего. Ну-ка, удары. Офига ее. Ее бахнули хорошо. Но вот это... у нас раньше вот здесь был порез. Да, вот да, только да. Вот здесь. Ее бахнули. Да. Оставим, потому что живая. Или поменяем, давай поменяем, на всякий случай. Она так-то живая, поставим давай, поновее. Давай. Да, блин, прикольно. 58. Капец, мне вообще не садится. С лещом не повезло, хотели леща половить, говорили, поймал. Да, ну, поймал я двух подлещиков. Но леща сегодня не укол. Лещ сегодня ни у кого не клевал. Да уж. Они ерши. Окушки такие маленькие попадались. Небольшие вот такие вот. Вот вообще. Продеваемся через жабры. Поймали хоть. Сейчас завтра два раза тоже, наверное, проверим. Завтра, да, надо два. Доходит, видимо. Можно поближе поставить, конечно. Но все равно в тот раз тут была сработка. Мы, по-моему, на эту и поймали этого окуня. А? Ну вот, поймали мы щучку на 800 грамм и свешили после проверки жерлиц. Вот. Следующую проверку жерлиц я выложу дня через 2 или 3. Я уверен, что мы завтра поймаем. Ну а так все. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.